Мы прекрасно понимаем, что управление городом – это не робот, слава богу, хотя сейчас вот много там об искусственном интеллекте говорится, так или иначе, это структура, которая состоит из людей. Если Виталий Евгеньевич предлагает вот подобную структуру, но очевидно, что это система, которая он собирается сам управлять, это не какая-то нарисованная схема, вот все в квадратиках замыкается, и только так, линии, полосочки. Хотел бы пожелать, чтобы данная структура тоже, опять же, приблизилась, как ранее говорил, к каким-то внешним структурам, чтобы не внешним вопросам, не только чтобы вот смотрели, как лучше перекладывать бумажки, как в кабинетах лучше сидеть, наблюдаемо, да, сейчас в администрации происходят люди из одних кабинетов в другие приезжают, чтобы все вот это было направлено на помощь людям. Ну, например, как факт, сейчас очень прекрасно, я смотрю, благоустраивается Малое шоссе, там аж с бетонными, с решетками, с арматурой, с громадной там бетонной подложкой кладется плита. Но тут же мы знаем, что там намечается строительство 3 многоэтажек, против которых в свое время ЛДПР голосовал, но большинством было принято. И подъездные пути вот к этому новому строительству, ну, либо пойдут по дворам близлежащих многоэтажек, где и так не хватает зелени, либо они пойдут вот по этим только что благоустроенным, благоустроенным малым шоссе. Вот хотелось бы, чтобы все вот эти квадратики, линии между собой взаимодействовали еще и, может быть, неформально, а не то, что если мне не сказал кто-то, то я могу и не делать. Пожалуйста, обратите внимание вот на подобные такие комплексные вопросы.